соответствии с указом президента Российской Федерации в 2022 году отмечается столетие со дня рождения Александра Александровича Зиновьева. Я мечтаю о новом человеке. Я хочу, чтобы русский народ, которому я принадлежу, выжил в качестве исторически значимой величины. Я буду защищать тебя, родившую меня и рожденная мною эпоха. Я русский человек и разделяю судьбу моего народа. Это не поступок, это принцип жизни – всегда оставаться со своей собственной страной. Александр Зиновьев. Опять, как в последний раз.
Лауреаты международных конкурсов Денис Чайфалов и Шан Жун Дзян, Китай. Ведущий вечера, лауреат премии Москвы, лауреат Российской национальной музыкальной премии «Авансе», актер, режиссер, член-корреспондент РАЭН, кавалер ордена «Рыцарь науки и искусств» Петр Татарицкий. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Сейчас прозвучала легендарная, великая песня Микаэла Таривердиева на стихи Роберта Рождественского. Сегодня особенный вечер. Консерватории, которая известна своими благими свершениями на весь просвещенный прогрессивный мир, в русской консерватории, носящей имя великого русского композитора, вечер, посвященный гениальному русскому человеку, философу, мыслителю, поэту, писателю, основоположнику социологического жанра в литературе. Романтика. Парадоксального мыслителя и человека мысли, который жил ощущением своей родины. Александр Александрович Зиновьев. Он смотрит на нас сегодня с этого портрета. Удивительно молодой, красивый, обаятельный, дерзкий и бесконечно благородный в своей жизни, в своих поступках. Многим из нас, возможно, это имя стало известно и не так давно. Оно было запрещено. Но сегодня оно возвращается к нам, к людям, которые всерьез относятся к понятию своей родины, к понятию и пониманию друг друга в этой жизни, к понятию истины, без которой жить невозможно. Он жил и верил в истину. Она была ему необходима. Великий русский поэт Евгений Евтушенко однажды начертал свои великие стихи: «Дай Бог, чтобы твоя страна тебя не пнула сапожищем. Дай Бог, чтобы твоя жена тебя любила даже нищим». Это о них, о судьбе и жизни философа, мыслителя,
Александра Александровича Зиновьева и о его супруге Ольге Мироновне Зиновьевой. Я по-прежнему не могу называть ее вдовой Александра Зиновьева. История их жизни, ее жизнь сегодня, спустя годы после его ухода, служит образчиком нам удивительного чувства любви, которое продолжает вершить просветительство. Это чувство, которое невозможно не изменить, не приостановить. Оно свято. Так произошло и однажды, когда они встретились в 1965 году, 1 октября. И ровно год назад президент России именно 1 октября подписывает указ о праздновании в России столетия великого русского философа Александра Зиновьева. В свое время их страна, его, участника Великой Отечественной войны, летчика, истребителя, пнула сапожищем. И очень мощно. Я не знаю, как они это все выдержали. Ультиматум об выдворении из страны вместе с паспортом и, конечно же, визой в один конец был вручен за 5 дней для того, чтобы они, казалось бы, навсегда покинули свою родину. Один в одну сторону, в колонию, другая в другую сторону, в колонию. А маленькая дочь в детский дом с предупреждением о том, с предписанием о том, что она никогда не будет знать ни своих родителей, ни своей фамилии. И вот в урочный час, в 90-х, он принимает единственно верное для себя решение вернуться в страну. Уже в 2022 году, совсем недавно, по этой осени, президент России Владимир Путин цитирует именно Александра Зиновьева на дискуссионном Валдайском клубе-форуме. Его строки сегодня, его мысли оказываются не просто актуальными, но предвидческими для нас с вами, для миропонимания в целом, для истинного взгляда на происходящее. Сегодня своего рода наступила мера вещей. Момент истины для каждого. Есть и существует портал под названием «Объясняем.рф». Но, по сути дела, никто, кроме философа и логика и мыслителя Александра Зиновьева, так и не объяснил, что было с нами, что происходило с нами в эпоху Советского Союза. Он никого не осуждал, даже не оценивал. А мудрые свидетельствуют о том, что даже оценивать друг друга не стоит. Он старался объяснить своим мыслеполаганием. И его мысли сегодня увлекают за собой. И в них, в его литературе, в его научных трудах мы можем видеть момент означения пути. И пусть каждый из нас решает сам в итоге, как двигаться дальше по своей жизни. Сегодня в пространстве музыки и слова, в пространстве мысли Александра Александровича Зиновьева мы будем следовать по фарватеру этого галоконцерта мастеров искусств. И каждое из произведений будет напоминать об уникальной истории любви к друг другу и к своей родине двух философов и сообща об их любви к философии в целом, к науке, благодаря которой и их служению в науке выросло и воспиталось не одно поколение умных, зрелых, настоящих людей. Не только в России, но и в мире. Надо отметить, что в 2022 году я попытаюсь найти эту точную формулировку, но, наверное, воспроизведу ее. Итак,
Было принято решение на одном из заседаний организации под названием БРИКС о включении имени Александра Зиновьева наряду с мощными представителями мысли разных стран и народов в этот список удивительных людей нашего времени. Музыка и слово существуют воедино. Музыка определенным образом влияла на его жизнь и на его рождающиеся труды. Каждое из произведений в этой программе означено своим смыслом. Достоинство спины, достоинство плеча – это о них. И сейчас на эту сцену поднимется наша с вами удивительная современница. Человек прекрасный, строгой и сложной судьбы, но которая по-прежнему искрящимися любовью глазами смотрит на нас с вами, на себя, на мир. И через нее этот мир получает толику любви и света. Президент Биографического института Александра Зиновьева, сопредседатель Международного Зиновьевского клуба Международной медиагруппы «Россия сегодня» Ольга Мироновна Зиновьева. Цвет сияющей смелости и благородства. Именно этот цвет избран основным цветом года столетия Александра Зиновьева. Дорогие друзья, дорогая моя Москва, дорогая моя Родина, невероятно дорогой и близкий большой зал Московской консерватории, Государственной консерватории, где Петр Ильич доброжелательно, с пониманием относится к тому, что сегодня мы здесь празднуем столетие Александра Александровича Зиновьева. Явление феноменальное в жизни нашей страны. Потрясенная Европа, когда нас выставили из Советского Союза, принимала его к себе и задавалась вопросом, да что же такое за богатейшая страна, это слова Дюрренмата, которая бросается такими людьми, как Ростропович и Зиновьев. Страна бросалась, не страна бросалась, а те, кто от ее имени непостижимым, а иногда постижимым образом овладевали какими-то властными процедурами, но страна... Мы оказались за ее пределами, но она у нас была в сердце, в душе. Наша любовь к нашей Родине, наша взаимная любовь, поддержка и понимание друг друга и осознание того, что мы несем на своих плечах, в своем сердце, своей душой ответственность за нашу отвергнувшую нас Родину. Александра Александровича нередко, я бы сказала часто, называли послом советской культуры, советской науки, куда бы он ни прилетал со своими лекциями, на подписание книг, на съемки фильмов. Его встречали везде восторженно. Это был невероятный человек, такой яркости интеллектуальной, такой глубины и такой человечности, что вот это все в совокупности давало невероятный продукт, давало человека, нового человека, он сам по себе поставил, как он неоднократно говорил об этом, эксперимент. Он создал нового человека, человека безупречного, человека неподкупного, человека честного, предельно честного, любящего близких, любящего Родину, любящего своих учеников. Он был потрясающим совершенно преподавателем. В этом зале присутствует один из его первых учеников 1954 года.
Его студенты были разбросаны. Они уезжали из Москвы, переполненные знаниями, переполненные любовью к нему. Он пестовал своих студентов и аспирантов, как своих близких, как своих детей. Он был великолепным отцом, и он остается им. Потрясающий дед. И, в общем-то, скоро станет прадедушкой. Я счастлива в этом зале говорить с вами так откровенно. Это не место для прочтения какой-то теоретической тирады. Я знаю, что Зиновьев наконец вернулся в Россию. Я знаю и благодарю за это нашего президента, который для меня это был царский подарок. Именно 1 октября состоялся этот указ. Я благодарю за поздравления Владимира Владимировича по поводу нашего большого собрания, очень знакового собрания в колонном зале Дома Союзов, за поздравления, которые мы получили от Валентины Ивановны Матвиенко. То есть за все те знаки внимания, которые, может быть, глазами каких-то людей, привыкших к таким наградам, к таким почестям, может быть, они это воспринимают как само собой разумеющееся. Для меня это не само собой разумеющееся. Я благодарю за все знаки внимания, которые выпали на нашу долю с момента нашего возвращения сюда, домой, 23 года тому назад. Благодарю всех вас, что вы пришли сюда, что вы сочли просто необходимым приобщиться к Зиновьеву, понять его, попытаться разобраться. Он не был противоречивым человеком, он был диалектически, человеком с диалектическим умом. И то, что он делал, никогда не носило ни следа, ни какого-то намека на случайность. Это была феноменальная думающая машина. Это был поразительный человек, украшение нашей эпохи. Это достойный бриллиант в российской короне. Спасибо всем вам, что пришли. И давайте порадуемся вечеру, который нас ожидает. Спасибо. Благодарю вас. Благодарим вас, уважаемая Ольга Мироновна. Эти аплодисменты звучат вам и для вас. Сегодня в программе этого гала-концерта принимают участие артисты, музыканты, конечно. Артисты, музыканты из разных стран. И, конечно же, этим подтверждено и подтвержден факт взаимопроникновения культур, что по-прежнему является актуальным моментом нашей с вами жизни. Исторический, биографический институт Александра Зиновьева учредил специальные награды, которые в начале этого вечера мы вручим. Юбилейная медаль «100 лет со дня рождения Александра Зиновьева», удостоверение и портрет в мраморе Александра Зиновьева работы скульптора Владимира Борисовича Курочкина. Эта награда, эти награды призваны отметить особые заслуги в развитии идей, популяризации интеллектуального и творческого наследия в России и мире, отстаивание моральных максим, по которым жил Александр Зиновьев. Эти награды вручает Ольга Мироновна Зиновьева и на сцене вице-президент Биографического института Александра Зиновьева Алексей Блинов. Награждается заслуженный артист Республики Абхазия. Совсем недавно он стал лауреатом Всероссийской премии «Органист года». Именно он записал и создал более 40 саундтреков. Он готовится к выходу на эту сцену, к уникальному кинофильму из 20 серий «Зиновьев, я люблю тебя». Лука Гаделия. Поздравляем и благодарим вас, Лука.
Награждается заслуженная артистка России Алиса Гитцба, ведущая солистка Московского театра «Геликон Опера». Портретом в мраморе Александра Зиновьева. Благодарим и поздравляем. Награждается лауреат международных конкурсов, доцент Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского Денис Чифанов. Поздравляем и благодарим. Но, уважаемая Ольга Мироновна, я вижу еще одну фамилию, но я думаю, что вы произнесете ее лучше, чем я. Она сложна. Для меня большая честь, огромная человеческая радость поблагодарить стоящего рядом со мной Петра Татарицкого, который сопровождает нас в наших многочисленных программах, отдавая душу, сердце, всему тому, что является для меня самым дорогим. И не только для меня, для всех членов нашего Зиновенника, члены которых, вот я вижу, присутствуют в зале. Дорогой Петр, благодарю вас за невероятный творческий полет, за то, что вы понимаете, чувствуете и заражаете этим людей. Благодарю вас. Благодарю, искренне тронут и благодарен. Благодарим вас, дорогие друзья, дорогие коллеги. А может быть, здесь на рояле, а может быть, вот пока здесь оставим, и это будет хорошо. Благодарим вас. Валентина Астрова. Слова Валентины Астровой. Слава. Нина Мешко. «Заклинание о земле русской». Стихи Максимилиана Волошина. Исполнители. Лауреат премии Москвы. Профессор Евгения Кривицкая. Орган. И русский народный хор Московского государственного института музыки имени Шнитке. Художественный руководитель Александр Василенко. Партию фортепиано исполнит Александр Василенко. Красавицы, слава молодцу
чтобы мы его, царство русское, в гульбе не разгуляли, в торгах не расторговали, в питье не распили, в хвостне не расхвастали. Чтобы оно, царство русское, рдело зорилось жизнью живых, смертью святых, муками мученых. Будьте слова мои крепки и лепки, соль чьи соли, жгучи пламени, который слова переговорил, будьте позади, который не договорил, будьте впереди. Слова замкну, а ключи в море океан опущу. Георгий Свиридов, «Тройка» из музыкальных иллюстраций к повести Александра Сергеевича Пушкина «Метель». Николай Гоголь, «Тройка» из поэмы «Мертвые души». Исполнители. Лауреаты международных конкурсов: Татьяна Колесова, фортепиано, Денис Чефанов, фортепиано, Евгения Кривицкая, орган, и Петр Татарицкий. Закружиться, загуляться, сказать иногда: «Черт побери, все!» Его ли душе не любить ее? Ее ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе и сам летишь, и все летит. Эх, тройка, птица тройка, кто тебя выдумал? Знать, у бойкого народа ты могла только родиться в той земле, что не любит шутить, а ровнем гладнем разметнулась на полсвета. Да и ступай считать версты, пока не заребит тебе в очи. И нехитрый, кажись, дорожный снаряд не железным схвачен винтом, а наскоро с одним топором да долотом снарядил и собрал тебя ярославский расторопный мужик. Не в немецких ботфортах ямщик, борода да рука
провидцы и сидит, черт знает на чем, но привстал, да замахнулся, да затянул песню. Кони вихрем, спицы в колесах смешались в один гладкий круг. Только дрогнула дорога, да вскрикнул в испуге остановившийся пешеход. И вот она уже понеслась. Не так ли ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Куда ж несешься ты, Русь? Дай ответ! Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик. Летит мимо все, что не есть на земле. И косясь постараниваются и дают ей дорогу другие народы и государства. Ксения Зиновьева, «Гой ты, Русь», стихи Сергея Есенина. Исполнители, лауреат международных конкурсов, лауреат независимой премии «Триумф». Ксения Александровна Зиновьева, фортепиано, и лауреат международных конкурсов Валентина Соломенникова, контральто. Первое исполнение. Гой ты, Русь, моя родная, хаты в ризах образа, Богомолец,
смотрю в твои поля. Сегодня мы продолжаем говорить о взаимопроникновении культур. Мы говорим о ментальности философа и логика Александра Зиновьева. И, повторюсь, не случайен каждый номер этого галоконцерта мастеров искусств.
Его следующий участник – молодой талантливый пианист, студент Московской консерватории. Буквально вчера он прилетел из Томска и стал победителем, лауреатом первой премии Международного сибирского конкурса пианистов. Фредерик Шопен, этюд, сочинение 25, номер 12, исполняет Лянчун Ма, Китай. Сергей Васильевич Рахманинов, «Тарантелла» и «Романс» из сюиты номер 2 для двух фортепиано. Исполнители
Татьяна Колесова и Денис Чефанов.
Все верно. Этот дуэт уже вам известен. Шан Жунцзян и Денис Чифанов. И этот старинный романс на стихи Федора Тютчева в эти минуты с этой прославленной сцены мы посвятим другому дуэту, который через всю свою жизнь и даже сейчас продолжает хранить любовь друг к другу. И этот романс о них. Он знаменателен особо для Ольги Мироновны Зиновьевой. А дуэт, да, вы знаете его, Ольга Зиновьева и Александр Зиновьев. Я встретил вас. Thank you.
В продолжении гала-концерта мастеров искусств звучат два романса Сергея Васильевича Рахманинова на стихи Александра Сергеевича Пушкина «Не пой, красавица, при мне» и на стихи Виктора Гюго «Оне отвечали». И даже несмотря на то, что в программках и в программе значится в скобках имена этих великих поэтов. Композиторы выбирали их творение для того, чтобы звучало воедино музыка и слово. Поэт в России больше, чем поэт, и величие настоящего поэта не зависит от тех или иных скобок. Уверен, вы согласны? Партия фортепиано. Профессор Светлана Бондаренко. Исполняет заслуженная артистка России, ведущая солистка Московского музыкального театра «Геликон опера» Алиса Гитцба.
заслуженная артистка России, народная артистка Республики Абхазия Алиса Гитцба и профессор Светлана Бондаренко. Джузеппе Верди, Стретта Амалии из оперы «Разбойники». Партию фортепиано, впервые ее выход на сцену Большого зала Московской консерватории исполнит студентка Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского Елизавета Урлауп. Исполняет солистка Государственной филармонии Абхазии Кристина Эшба.
Джоакино Россини, речитатив и ария Танкреда из оперы «Танкред». Партию фортепиано исполнит Ксения Зиновьева, солист, лауреат международных конкурсов, лауреат премии Бориса Покровского, приглашенный солист Государственного академического Большого театра России, победитель телевизионного проекта канала «Культура. Большая опера» Владимир Магомадов.
Иоганн Себастьян Бах, финальный хор из «Страстей» по Матфею, Шарль-Мария Видор, токката из симфонии номер 5. Исполняет заслуженный артист Республики Абхазия, лауреат премии «Органист года» Лука Гаделия.
Камиль Сен-Санс. Хорал из 6 дуэтов для физгармонии и фортепиано. Александр Зиновьев. «Живи!» Монолог и молитва из романов «Живи» и «Иди на Голгофу». Первое исполнение. Исполнители: Петр Татарицкий, Ксения Зиновьева, Евгения Кривицкая. Утром я обычно просыпаюсь с сознанием бесперспективности жизни. И как заклинание или как молитву твержу те же привычные слова. Живи, раз возник, живи. Живи, несмотря ни на что. Родился крысой, живи крысой. Родился орлом, живи орлом. Придет твой срок, и ты исчезнешь навечно. А пока живешь, живи и радуйся самому факту жизни. Днем, придя на работу, я снова и снова твержу себе одно и то же. Живи! Я гоню прочь мысли о реальности и живу. И радуюсь самому факту жизни. Вечером я долго не могу заснуть, и я десятки раз подряд повторяю одни и те же слова. Живи! Раз возник, живи, живи, несмотря ни на что. Родился тараканом, живи тараканом. Родился крысой, живи крысой. Родился орлом, живи орлом. Придет твой срок, и ты исчезнешь. А пока живешь, живи и радуйся самому факту жизни. Среди ночи я обычно просыпаюсь от ужаса одиночества. И я опять без конца повторяю те же слова. Живи, раз возник, живи, живи, несмотря ни на что. Родился тараканом, живи тараканом. Родился крысой, живи крысом. Родился орлом, живи орлом. Придет твой срок, и ты исчезнешь, а пока живешь. Живи и радуйся за факт. Так и со дня в день я твержу и твержу одну единственную, состоящую из одного слова, но всеобъемлющую молитву. Живи. Установлено циклотронами в лабораториях и кабинетах, хромосомами и электронами мир заполнен. Тебя в нем нету, коли нет, так нет.
пустяке таком не обыть. Будь всевидящим. Ради Бога, умоляю, пожалуйста, видь, просто видь, видь и только видь всегда, видь во все глаза, видь, каких на свете и сколько дел свершается против и за. Пусть будет дело тебя всего-то, видь текущее, больше ни-ни. Одна пусть будет твоя забота, видь, что делаю я, что они. Я готов пойти на уступку. Трудно все, так видь что-нибудь, хотя бы сотую долю поступков, хотя бы для этого, Господи, будь! Без видящих нету мочи, потому, надрывая грудь, я кричу, я воплю, отче! Не молю, а требую, будь, я шепчу, я хриплю, будь же, отче, умоляю, не требую! Сергей Васильевич Рахманинов, этюд, картина «Ре-мажор», сочинение 39-е, исполняет Денис Чефанов. Thank you.
Анатолий Лядов, прелюдия и вальс, Родион Щедрин, бассо остинато, исполняет Александр Малкус. Александр Малкус, учитель Ксении Зиновьевой.
Сейчас в продолжении вечера прозвучит любимая песня Александра Александровича Зиновьева. Народная песня «На улице дождик». Партию фортепиано исполняет Ксения Зиновьева, солистка Валентина Соломенникова.
большая, отдадут тебя замуж. Ой, Лёшаньки, Лёни, отдадут тебя замуж. Отдадут тебя замуж в чужую легендарная советская песенная классика Анатолий Новиков, слова Льва Ашанина «Эх, дороги». Партию фортепиано исполняет Елизавета Урлауп, солистка Кристина Эшба.
Посвящение Александру Зиновьеву. На сцене русский народный хор Московского государственного института музыки имени Шнитке. Художественный руководитель хора Александр Василенко, репетитор-постановщик Альвина Тураханова, руководитель ансамбля народных инструментов Евгений Ануфриев. Николай Кутузов, баллада о двух солдатах и народная пензенская частушка о летчике. Yeah.
после русской ментальности и прекрасной души русской, давайте перенесемся вот то самое взаимопроникновение культур в китайские народные темы. Сейчас прозвучат два китайских романса. Драгоценная цитра, нефритом украшена цитра моя, и струн на ней 50. И все эти звонкие струны со мной о давних днях говорят. Мудрец Джуан Цзы в глубоком сне сияющей бабочкой был. Ван Ди после смерти все чувства свои в лесную кукушку вселил. А в южных морях под взором луны текут жемчуга по щеке. На синих полях под лучом дневным в прозрачном яшма дымке. О всех этих чудных явлениях не раз придется мне размышлять. Но надо признаться, сейчас на моей душе печали печать. И безнадежная любовь. Отдам путешествующим водам свое письмо, омытое слезами. Когда-нибудь пронесется оно мимо твоего дома и, может быть, затронет струны твоей души. Я спрашивал журавлей, летящих на юг, не принесли ли они весточку от тебя. Журавль плакал над моей судьбой. Надежда — это сон, сердце мое пусто. Исполнители Шан Жун Цзян и Денис Чефанов. Thank you.
Поэт и гражданин Максим Лаврентьев. Прозвучат притчи Соломоновы, переложение 21-й Соломоновой притчи и 103-го Давидова псалма. Автор Максим Лаврентьев. Сердце каждого в руке Творца. Каждое мгновение жизни бренной взвешивает смертные сердца Вседержитель, Судья Вселенной. Грешнику проведать не дано сердце, отягченное грехами, словно бы оно погребено у него в груди, в бездонной яме. Потому, приняв довольный вид, за лихой бросается поживой, блуд и беззаконие творит с легкостью уму непостижимой. Вопли жертв ему ласкают слух, для мольбы недужных он гробница, даже к другу остается глух, если с тем несчастье приключится. Злой, надменный, с жиром в бороде, так и на суде предстанет, пышен. Только в неминуемой беде, волком взвыв, не будет он услышан. На притворство тут надежды нет, ибо сердце выбрано залогом, чтобы по нему держать ответ правым и виновным перед Богом. Поговори еще со мной, псалтирь, о Господе, не раз тобой воспетом. Велик его шатер, вся небо ширь, а сам он облечен, как ризой, светом. Взойдя на колесницу, в облака, царь объезжает всякий день державу. С востока кони ветры, ездока по небу мчат, ретивые на славу. А здесь, внизу, о Господи, Твоя земля благословенная вовеки. По ней людей, зверей и птиц поя, текут Тобою созданные реки. Насыщена потоками воды, руками обработана умело, земля приносит тучные плоды, которые питают земледело. В амбарах умножается зерно, его довольно, чтоб хватило на год. Мы пьем великолепное вино, добытое из виноградных ягод. Когда ж в ночи является луна, как то велит божественный обычай, лесная пробуждается страна, львы из пещер выходят за добычей, миллионы глаз глядят из темноты, моря и сушу кутают туманы, где оживают чудные скоты, единороги и левиафаны. Но снова озаряется восток, нам, чадом света, новый день даруя. Да славится в веках Господь наш Бог и все его творение.
Аллилуйя! Сейчас прозвучит, казалось бы, давно забытое сочинение. В свое время оно очень было популярно и звучало на всесоюзном радио и из фондов всесоюзного радио. Специально для этого большого гала-концерта аранжировку по каким-то обрывкам нот и даже в большей степени на свой талантливый глубокий слух исполнил и совершил Михаил Кривицкий. Однажды, к 50-летию Александра Александровича Зиновьева, Ольга Мироновна Зиновьева сделала ему подарок. Она просто позвонила, да, так было возможно, на всесоюзное радио и попросила исполнить по заявкам, в концерте по заявкам, эту композицию. Хосе Флорес, «Песня петушка». Исполнители. Лауреаты международных конкурсов, концертмейстер, первая скрипка Симфонического оркестра Государственного академического Большого театра России Людмила Херсонская, а также Татьяна Колесова и Денис Чифанов. Thank you.
«Новая жизнь» песни Петушка. Первое исполнение в новейшей истории. На сцене специальный гость вечера – камерный хор Московской консерватории. Художественный руководитель хора – профессор Александр Соловьев. В честь Александра Александровича Зиновьева две композиции – нашего талантливого современника, композитора Петра Корягина, на стихи Вадима Янченко «Умей прощать» и на стихи Петра Вяземского «Твоя великая Россия». Надо сказать, что это сочинение сегодня звучит и продолжает звучать в рамках мировой премьеры, которая была осуществлена в День России в июне нынешнего года в контексте большого исторического действа «Великое посольство Петра I» в постановке Петра Татарицкого. Но сегодня эти строки «Твоя великая Россия» звучат в честь Александра Зиновьева. Партия органа, профессор Евгения Кривицкая, дирижер Алексей Левин.
Корягин, композитор Петр Корягин. Благодарим вас. Камерный хор Московской консерватории. Художественный руководитель, профессор Александр Соловьев, дирижер Алексей Левин. На сцену приглашается Ольга Мироновна Зиновьева и вице-президенты биографического института имени Александра Зиновьева, Алексей Блинов, Глеб Бударин и все участники концерта. Добро пожаловать! Алиса Гитцба, Евгения Кривицкая, Светлана Бондаренко, Максим Лаврентьев, Денис Чифанов, Александр Малкус, Татьяна Колесова, Владимир Магомадов, Лука Гадели. Ксения Зиновьева, Валентина Соломенникова, Шанжун Цзян. Лянчун Ма и Русский народный хор Московского государственного института музыки имени Шнитке. Художественный руководитель Александр Василенко, репетитор-постановщик Альвина Тураханова, руководитель ансамбля народных инструментов Евгений Ануфриев. И добро пожаловать сейчас на сцену нашему юному солисту. Его зовут Александр Буров. Добро пожаловать. И вот как распорядилась и распоряжается история. Не случайно мы искренне этому рады, что нас сегодня посетил и посещает композитор Петр Корягин. В преддверии этого события он поделился со мной памятным видео. Много лет назад, будучи маленьким мальчиком, солистом-инструменталистом, с маленьким барабаном, он был на сцене концертного зала имени Чайковского и солировал в исполнении той композиции, которая прозвучит сейчас в финале этого грандиозного и искреннего галоконцерта мастеров искусств. Но по стечению обстоятельств вел этот концерт всем хорошо известный Петр Татарицкий. Маэстро Василенко, командуйте парадом! Thank you.
Зиновьева открывает его... Открывает его тысячелетие. Мы в самом начале тысячелетия Александра Зиновьева, гордости земли русской, национального достояния России, жемчужины, человека, который, без которого представить себе мировую цивилизацию просто невозможно. Я хочу поблагодарить всех тех, кто пришел сюда на этот концерт сегодня вечером. Я благодарю прежде всего Министерство образования, Министерство культуры, которые помогли нам создать этот благотворительный концерт. Я особую благодарность, естественно, выражаю Московской государственной консерватории и Большому залу консерватории. Поскольку вот такое звучание, такое дело не в громе аплодисментов, а дело в той гармонии, которая сегодня звучала и владела нами. Это есть наша страна, это есть наша гордость, это есть наша Россия. С праздником! Мы благодарим вас за внимание. До свидания. До встречи. Да здравствует Россия! Ура! Зиновьеву 100. Зиновьеву 100. Да, да.